Ты разговаривать разучился или чё, сука? Нет. Твою мать. Это Антон сделал с тобой? Я не смогу это вставлять. Я заблюрю это, всё. Попробуй, ты угораешь? У него рот зашитый, вообще нахер весь кровище. Он весь зашитый. Слушай, это я явно, мне кажется, просто это явно нельзя вставлять. Я не буду это все в тебе делать. Ну нахер, короче. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я сейчас просто менты соберусь. Он разорвал. Тихо, не ори, не ори. Сейчас внимание пропускаешь. Не ори. Ты что, все разодрал? Можешь нормально разговаривать. Катя! Я хотел извиниться. Потом удар. И я у себя вот это увидел. Помогите мне. Что хочешь, смыть ему кровь? Полечь. Как ты хочешь, чтобы мы тебе помогли? Поехали со мной, пожалуйста. Кровь весь стекает. И тебе зашивать там, тебе уже зашили, да? Тебе надо. Помогите мне, пожалуйста, я все брошу. Что ты бросишь? Я не буду больше никого искать, ловить, ради бога, помогите. Если мы тебе поможем Катю достать, то ты бросаешь всю свою деятельность. Я все брошу. Вообще абсолютно все. Станешь полностью законопослушным, бросишь все свои увлечения, хобби вот эти ненормальные. Че, воды. Как тебе можем верить-то вообще? Давай попробуем. А-а-а, смотри! Стой, покажи! Покажи пасть свою! Я на голову! А, все. Где нам ее искать? Куда нам ехать? Поехали, я все покажу. Поехали, я с вами. Нет, ты на своей езжай, на своей. Мы за тобой будем. Поехали, быстрее.